Привет, привет, мои дорогие. Сегодня у нас день выписки. На удивление, я думала, что он будет через 2 дня. Сегодня зашел педиатр, говорит, вы что, домой хотите? Я так сижу, конечно, хотим. Она говорит, ну все, у меня, говорит, к вам нету никаких претензий. Молодцы, хорошие, здоровые. Я вас выписываю. Если гинекологи вас по женской выписывают, то все, идете домой сегодня. Я такая звоню Ромке. Ромка вообще как бы не ожидал, что нас так быстро выпишут. И так, не так аж от неожиданности переспросил. Да, Ром, нас не выписывают. Тут звонит мне Оксана и говорит, что их сегодня выписывают. В общем, я в шоке, если честно. Не ожидал, что так быстро. То есть мы предположительно думали, что это будет все послезавтра. Это вообще неожиданно для меня сейчас. Много дел у меня внезапно появилось. Нужно подготовиться. Я не готов. В общем, я не готов. Честно вам скажу. Поеду и буду быстро-быстро готовиться к выписке непосредственно. Ну, как бы, вот, я рад. Мы должны будет нашей маленькой дочечке прийти сделать анализ. У меня натальный скрининг. Берется кровь из пяточки на генетические заболевания. Умничка. Это все. Розовый делай. 1400 соски. Так, ленточка, молодочек. Розовый тоже. Также розовый, да? Взял таких шариков всяких интересных. Купил тортик. И вот такой вот букетик. Принесли уже выписку, отдали. Можно уже теперь благополучно ждать нашего папу. Тут и выписки. Моя выписка, малой всякий, справка на получение свидетельства о рождении, мой больничный продолжение, так как у меня было кесарево, и родовой сертификат, моя выписка. Митику с собой не взяла с собой тушь. У меня единственное есть зеркало и подводка. Я выровняю тон лица и подведу немножко глаза. Все равно глаза будут поярче. Ну, конечно, что туши нет, это вообще ничего хорошего. Вот так вот я немножко подкрасила веки. Часть Анюты. Непосредственно. Вот Анюточка тут занимается уже. Развешивает надписи уже. А я вот это делаю. Да. Шарики. Вот такие разнообразные. Так. Значит, я гирлянда. Спасибо за дождь. Сейчас мы ее развешиваем. Посмотрим, как это все будет. Сейчас все это понесу в машину и буду наклеивать. Кстати, машина грязная. Помыть я ее не успею. Буду протирать стекла. Так, вот это тоже надо бы сейчас повешать. Вот. Просыпайся, малыш. Просыпайся, домой поедем. Что такое? Давай. Опа. Пойдем кушать с тобой сейчас. Покушаем, да? Кушать пойдем? Ой, Тимоня. Хозяйка, Маня. Ой, как это больно еще. Надувай, Надюшенька, шарики. Диана раскрашивает у нас цветочки, да, Дианочка? Мы по очереди раскрашиваем. Лид, ты чем будешь заниматься? Дочь. Классный цветочек. Тут... Лидочка, доченька, не надо там пальчиками. Ты чего? Сейчас платьишко измараешь. Сейчас позвоним папе и узнаем, когда он за нами приедет. Что-то уже 40 минут, я думала, что мы уже уедем. Опа, еще звонок. О, жена звонит. Алло, любимкая. Алло. Ну ты че, где? Мы тебя уже устали ждать. А в смысле, это от меня зависит, что ли? Это от тебя зависит. Нет, это все, мы уже выписаны. Мы уже ждем, когда ты нас заберешь. Я думал, что это от тебя, что я вообще звонка ждал. Думал, сейчас позвонишь и все. А ты ждешь, что я тебе позвоню? Нет, давай приезжай. Ну, буквально еще, я сейчас тебе скажу. Давай, наверное, минут через 20 мы выезжаем. Все, давай. Все, я, кстати, на камеру снимаю наш с тобой разговор. Ну все, я уже сейчас шарики подвязываю, Оксан, и мы пошли с детками собираться. То есть я пойду сейчас, всех соберу.
Хорошо, будем собираться потихонечку. Это я, кстати, побрился, чтобы дочка потом смотрела, как папа с выпиской забирал, и что он бритый был, молодой, и еще пока красивый. Я целую вас, обнимаю, жду. Давай, целую. Ну все, любимка, я тебя люблю очень. И я тебя люблю. Все, хорошо, давай, целуйте. Женька. Опа. Давай одеваться, давай. Одеваться. Опа. Ой, зяйка, ладно. Давай купим с тобой красивый костюм. Сейчас мы с тобой как нарядимся. Как нарядимся, будем красивыми. Давай аккуратненько вытаскивай ручку. Опа. Поедем домой. Смотри, какая у тебя новая рубашечка. Такая беленькая, красивая. Да. Сейчас мы с тобой оденемся. Красивыми как выйдем. Мама все переживала, думала, не будет ли тебе босой. Хотя там как бы маленький не был. А, малышка. Оп. Ты там тут ничего не наделал, никаких делов. Вроде нет. Вроде нет делов. И штаники. И штаники, мне кажется, тебе большие будут. На носочки оденем, тут тебе не давили носочки. Давай. Скинь орешку. Ну, а как это делать-то будет? Оп, все, смотри, какая ты модная, нарядная. Слушай, может, эту штаники вот так сюда сделаем? Как ты думаешь? Да, кофточку сверху. Так, резиночка не будет так сильно давить. И все, смотри, какая ты косявица. Смотри, какая ты косявица, штаны большеватые. Как я и думала. И вот девочки тут уже закончили украшать. Так скажем, вот так все это выглядит. Все, мы сейчас уже собираемся и будем выезжать. Давай, мама, ты сфоткай молоко. Сейчас для Райда Инстаграм тоже снимем. А вот, скажи, собираемся мы на выписку. Одели вот такой вот белый красивый костюмчик. И чекай, кайся. Его мы подъехал, все подъехали, а мы что-то пукаем. У меня такое ощущение, что кто-то накакал. Буду сейчас смотреть ему в белом костюме. Если что, немножко ждать будет, что делать. Пойдем мыться. Наши вещи. Ну, как неправильно пришита оборочка эта. Да, так покупная. Вот так вот прям шатайте. Все, ты готова ехать домой? Шапку, да? Вот да, придется эту валенок одевать. Ну сейчас снимем в машине, до машины дойдем. Потому что мы будем в эту штуку заворачивать. А она не будет держать одеяло. Думаете, не держит? Я вам 100%. Да. Уголок. Ой, лялька. Тык. Что-нибудь тебе что-нибудь одевать? Чтобы я в этом кармане лежит. Угу. Все, спасибо. Что, я вас жду? Да. Все, поехали. Как же не снимите такого? Карапузина. Красотку, да. Вот она красавица. Ого. Во всем розовом. Та маленькая домой едет. Скажи, я сейчас маленькая красота, а потом буду большая красота. Ты кряхтит, как крестушка. Так, это он вот так вот. Оп. Такая погода сегодня, так хорошо, красиво. Вообще. Знаете, как не вредно, скажем, с мамой, да?
Значит, я такой же человечек буду. Хороший, скажи, красивый. Не вредно, Ольга, ни разу, да? Конечно, конечно. А шапочку ждет. Мы, ты скажи, готовились на октябрь, наконец, на холод. Снег же летел уже. Просто сейчас погода. А вы так не завязывайте ее, чтобы я в машине сейчас не мы. То от с ума сойдет она. Скажи, родители. Ну, родители боятся, что лишь бы не замерзла. Да, думали, на себе живем же. Да, у меня сын. Чего ты меня на куковицу одеваешь? Да, это. Видите, не буду держаться это дело. Там хотели пучки на нем, но... Сколько же тут метров? 5 должно быть. 5 должно. По стандарту? Да. Да. Дуся. Да, Дуся. А куда он делся? Куда он делся? Помыть машину хотя бы? Но он нашел, когда время. Ничего, подожди. Я ему говорю, если нет, то возвращайся назад, все время пытаться. Так он уже сейчас поехал. Скажи, спасибо большое. Ой. Надюша. Надюша, конфетки не ешь. Ну еще такая подотекшая, да, пока. Тогда я к дедушке потом отправлю. А дедушка что, на трассе? Да. На работе. Ляля, смотрите, девчонки. Папа. Ай, класс, Лянка, классная. На, давайте вам встанем. Ты сама давай, мы вас вместе с Ромой. Да, да. Чего же видео, конечно. Лида, под ногами, Лида, мне не видно ее. Лид, идем сюда, давай руку. Иду, да. Ну, все. Надюша, ну-ка давай сюда. Зачем вам скачу? Интересно, а там два крепла? Так, там крепло у меня. Надо это. Крепло. Да. Ну так. Все. Оксана, что? Все, приехали домой, развернул папка. Тут вот такую красоту нам сделали. Анютка перепутала сестру. Да, Лидуня? Перепутала Анютка? Не трогай. Лидуня, не надо трогать. Смотри, какая у нас ляля. Лида. Спасибо за сестру. Сестру? Угу. Аккуратно только, Лид. Ручками трогай. Ручками только ее не трогай. Не надо целовать. Не надо целовать. А надо бы там оставить цветы, сейчас я их это... Там попозже. Там попрохладней. Сейчас ведро какое-то найти надо. Такая красота! Смотри, видишь? Смотри, Лид.